В Магадане двух молодых людей подозревают в угоне мопеда у несовершеннолетнего. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19- и 22-летнего магаданцев. Их подозревают в угоне, совершенном с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, или угрозой применения. По версии следствия, в июле текущего года в вечернее время двое молодых мужчин 19 и 20 лет, находясь на участке местности напротив дома по улице набережной реки Магаданки в городе Магадане, увидели 15-летнего подростка, который стоял рядом с мопедом марки Honda Dio, принадлежащего его матери. Ранее знакомый с несовершеннолетним 19-летний злоумышленник потребовал передать ему мопед для совершения поездки, но получил отказ. После этого 22-летний злоумышленник, который был в состоянии алкогольного опьянения, ударил подростка в грудь и лицо, а также пообещал продолжить избиение. В это же время 19-летний молодой человек, благодаря ключу в замке зажигания, запустил двигатель мопеда и уехал. На данный момент следователи собирают доказательства. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.